Врач, который лечил каждого из нас и который в себе совмещает знания специалистов разных профилей – это терапевт. О павлодарском терапевте со званием отличника здравоохранения расскажет наш корреспондент. Отличник здравоохранения – самая престижная награда для врача. Этот знак говорит о высокой квалификации и большом опыте работы специалиста. Такой наградой обладает павлодарский терапевт Сауле Абельдиновна. Как бы я всегда в детстве еще хотела быть врачом. У меня дядя мой работал врачом в районной больнице. И поэтому, когда я посещала больницу, мне нравились люди в белых халатах, нравилось, как они работают. И все, и эту мысль как бы я вынашивала с детства, что буду врачом. Сауле Сулейменова – уроженка села Качиры, которая сейчас носит название Теренколь. В районной больнице она проработала не один год и спасла не одну жизнь. Когда спасение жизни становится рядовой обязанностью, в памяти остаются лишь удивительные случаи из практики. За многолетний, наверное, труд в этой сфере больше всего мне, наверное, запомнился один дедушка-ветеран, который был у меня на приеме, и у него, значит, болел живот, как он сказал. Я его положила, начала пальпировать его. И на второй день он приходит, стучит в дверь, заходит и ко мне и говорит: «Доча, сделай мне массаж живота». Медицине Сауле Сулейменова посвятила около 40 лет своей жизни. Сегодня она заведует отделением дневного стационара поликлиники номер 3. Работать врачом значит оказывать помощь людям. Не только врачебную помощь, медицинскую, но также и психологическую где-то, потому что это все в совокупности работаешь с людьми. Признается, что получить знак отличника здравоохранения приятно, но самая главная награда для нее – это, конечно же, счастливый и довольный пациент. Самая главная благодарность – это, наверное, когда пациент говорит спасибо и с благодарностью уходит из отделения. Вот это, наверное, самая главная благодарность. Для молодых специалистов Сауле Абельдиновна – хороший друг и мудрый наставник. Они всегда обращаются к ней за советом. А терапевтическое отделение, которым она руководит, получает массу положительных отзывов от павлодарцев. Анастасия Ерш, Евгений Олейник, Ертыс Акпарат.